Давай. Всем привет, дорогие друзья. Я играю в червячков вместе с женой. Она, правда, отказалась разговаривать в микрофон, поэтому буду говорить только я. Кто находит? У нас война. Решил куда-то телепортироваться ко мне. Да, конечно. Ну хорошо, хорошо. Ладно, ладно, не убью. Носи в другой комнате, я обещал ее не убивать. Так. Да, машешь. Тогда я твоего мармелада. Ай-яй-яй, упал. Ну. О-хо-хо-хо, отличный прыжок. Так. Что бы мне сделать? Нет. Травлять не буду. Монетка. Да, если кто-то хочет сыграть со мной. Отличный прыжок. Отлично. Пока. Если кто-то хочет со мной сыграть в Worms Revolution, добро пожаловать. Всегда готов. Договоримся, обязательно сыграем. Ой. Хач. Что же, моя дорогая, будет делать? Упор не надо, зачем? Что за самоубийство какие-то происходит? Так. Сейчас будет братская могила. Ой. Это что такое? Не могу залезть. Ладно. Оу, полегче. О, какое достижение открыл. Осторожнее там, не взорвись. Сто двадцать пять хп. Угу. Надо что-то думать.
Че, Фрэнка можно убивать? Так нечестно. Он слишком... слишком живучий. Ой! Да и что ж такое-то? 100 лет не играл в червяков. Вот куда тебе надо было телепортироваться. Если ты туда бросишь это динамит, я утону. Смотри, не перекинь тут. Опять мега движение. Себя тоже убил? Нет. Так. За окном дождь, поэтому будем вот так поступать. Немножечко помыли червячка. Итак, остался последний Фрэнк, которого нельзя трогать. Но как же победить? Только влево не ходи, там мина. Я, может быть, Фрэнк самоубийца. Сейчас узнаем. Так. Тык-тык-тык-тык-тык. Да не, все нормально, нижний ходит. Так, а что у нас здесь? Ну, а вон у нас куча всего интересного. Так, я за монеткой, пожалуй. Если бы еще втроем можно было зарубиться, вообще прекрасно. Что-то у меня руф. Я так и думал, что ты самоубийца. Я не буду ничего делать, это вот все не я. Да куда? Жопа, блин. Ты смотри, когда красненьким показывает, значит нельзя стрелять. Ага, давай, давай. Что за движение такие? Пока. Ты какой-то ненормальный червяк, я уйду подальше лучше. Так, а что можно сделать? Ой, у меня есть бизон точно купленный. А что такое скунс? Скунс. Ай! Он ко мне бежит. Нет, к тебе. Еще и взорвался, зараза. Все, теперь ты в цвет своих ушей.
О, так нечестно. Интересно, кстати, если аптечку поднять, вылечишься? Вон к аптечке телепортируйся. К аптечке, куда ты? Наверх. О. Ну, телепорт. Отлично. Уф. Так, куда мне? А, сюда. Отлично. Еще 10 монет. Ну давай, Фрэнк, давай. Давай. Опять эти пугающие движения. И... чуть ниже. О. Нет, ближе подойди. Я же говорю, ближе подойди. Так. Нет, ну отца куда не летит явно. Да я вообще косой, ты видишь, не попал ни разу. Фрэнк счастливчик. Он сам себя убьет, я так чувствую. Ну, Фрэнк. Оу. Ты убила мою машинку. Меня повредило только. Я так чувствую, она взорвется сейчас. Так, ладно. Пойдем за оружием. Нет. Я за монеткой, ладно. Я хозяин в семье, поэтому я собираю все деньги. Еще оружие, обалдеть. Слишком сильно было. Крысу напугало. Два чемоданчика, это интересно. Так, опять скрус. Не знаю, что я сделал. Видимо, просто этот тык такой был. Ты бы оружие подобрала, только со вторым осторожно, там мина. Ты себе могилку роешь, да? Да я понял, они вдвоем с котом против меня. Кстати. Whoa.
Можно вот так вот сделать. Слушай, Фрэнк, ты везунчик. Думаю, пожечь огнем-то. Горит, но не сдается. На таком островке стоит. Ну? Красненьким горит. А. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, полегче. Я ж плавать-то не умею. Пока, Фрэнк. Слишком долго. Слишком долго длилось твое. На тебе подарок. А, почему не утонул? Блин. 2 хп, ёлки-палки. Да ты отсюда выпрыгнуть можешь. Нет, так ты не достанешь. Выпрыгни, выпрыгни налево. Двойным прыжком. Ах! Отлично. Феерично. Кстати, второй бой так оно проигрывает. Умирает от пушки. Вот такой бой. Кто хочет со мной поиграть, пишите в комментариях. С удовольствием сыграю. Всем пока.